Есть автомобили, за которые не стыдно. Вот если вы приедете, купите, я буду знать, у меня будет спокойно на сердце. И вы вспомните через год, через два добрым словом, и к нам же еще приедете, потому что будете знать, что если с Европы, если в родне, если с родным пробегом, то это, блин, на века. Вот это как раз таки экспонат, ребят, Рено Меган. А быстрее всего узнаем в Телеграме, ссылка в профиле. Итак, кузов. Пробивается ровно, нигде подкрасов нету. Родной пробег документирован, там есть документы, когда в Европе, на каком пробеге, что менялось. Я имею в виду техническое обслуживание автомобиля, замена масла и так далее. В остальном, красивый белый цвет, черные проставки, тонировочка прям как я люблю. Естественно, это универсал, как любят все. Это офигенное литье, красиво сделано. Ну, белый цвет с черным, ну как я это люблю, господа, кто не любит белые машины? Одумайтесь, это самый крутой цвет, потому что машина визуально становится больше. Она солиднее, она престижнее, а мыть, поверьте, чаще не нужно. Байки. Смотрим внутри. Автомобиль у нас на удаленной продаже. Позвоните, кого заинтересует, приедет хозяин, сам вам про нее все расскажет. Вот, кстати, его вещи. Ну, смотрим, что багажник большой, ковер чисто, аккуратно, классно. Раскрываем эти тонированные дверки и видим три полноценных места. Три человека садят, здесь все аккуратно. Но с Европы другие автомобили к нам не приезжают, повторюсь, они все... Ну, блин, как из салона. Умеют там люди за ними следить и ухаживать. Салон. Здесь я хочу отметить обалденную комплектацию. У нас подсветка такая красивая по всему периметру салона. У нас здесь жидкокристаллический экран тут. У нас здесь жидкокристаллический тут. Двухзонный климат. Не хватает разве что панорамы. Зеркало классно с самозатемнением. У нас здесь есть мультируль с круизами, со всеми настройками. Естественно, автомат. Едем красиво, забываем про механику. Автомат, это круто. Автохолд, электрический ручник. Всякие нищи тебе тут, ну блин, как. Вот, кстати, все документации, которые я грел, они тут у нас имеются. Шикарная музыка в автомобиле, мягкая торпеда. Сидеть удобно, классно, кайфово. Все-таки это универсал, это не минивэн, соответственно, рулежка приятная, совсем другая. Ты едешь здесь и получаешь удовольствие от езды. Тут от всего получаешь удовольствие, потому что это красиво, стильно, это офигенно. И в третий раз, только из Европы. Родной окрас, без ДТП, без подкрасов вообще, без замен деталей и с родным пробегом. Чего еще надо, я не знаю. Ребят, лучше только новый автомобиль в автосалоне, но этот практически такой же, ничем ему не уступает. Автохаус Гранд – это для людей.